Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Уникальный комплекс, дорогие друзья, по суперцене 1299 рублей. Вы сразу получаете 4 упаковки растирки для тела Натурнет муравьиная. Но это еще раз натуральная муравьиная растирка с натуральной муравьиной кислотой, которая позволяет обезболить ваши суставы за 5-7 минут после нанесения. И вот этого набора из 4 банок вам хватит на 6 месяцев. То есть, представляете, 6 месяцев жизни без боли за 1299 рублей. Это кажется невероятным. Как такое может быть? Без боли в желудке, без вредного воздействия на печень. Вы, как только получаете муравьиную кислоту, растираете ей свои ноги, и все. Ваши суставы, вы забываете навсегда, что они когда-то болели. Ну, не навсегда, на полгода, потому что муравьиной растирки 4 банок хватает на 6 месяцев применения. Это просто взрыв был. У нас в институте натуротерапии вот данная муравьиная растирка на первом месте по повторным покупкам. То есть один раз ее берут наши пациенты у меня в клинике, потом приходят и говорят: доктор, дайте мне 10, дайте мне 12 банок, потому что я натерла ей своих друзей, там соседям дала попробовать. И сразу все проходит, причем не только суставы, позвоночник, пяточно-подошные шпоры, косточки на ногах, то есть это уникальное на самом деле средство. Сергей, ну я знаю, что у нас сегодня в гостях Эльвира, которая не только стройнеет вместе с вашим институтом, но еще и лечит суставы. Да, потому что Эльвире все-таки 60 лет, 60 лет у всех болят суставы. И вот у Эльвиры я вам хочу сказать, что мне не 60, у меня тоже болят суставы. Вот были такие проблемы. Эльвира Николаевна, почему вы начали применять нашу растирку? Ну потому что у меня произошли боли в коленном суставе, не только в коленном суставе, но у меня и искривление в пальцах, вот кто видит, это видно, да, это остаточное явление. Да, вот у эти, меня да. была шишка на ноге, и у меня второй палец на ноге, вот имеет мало... Вы пробовали как-то лечить? Да, конечно, я пила нестероидные, но кроме 5 дней их пить нельзя, потому что потом желудок сходит с ума. Мне предлагали в коленный сустав делать уколы. Ну, во-первых, я безумно этого боюсь. Во-вторых, я знаю единственный на миллиметр в сторону, и можно остаться вообще без ноги. Это должен быть просто... Это кто вам такое вот сказал? Это хирург сказал, что есть давайте такой делать. Есть метод, то, что надо под специальным углом делать вот эти самые уколы внутрисуставные. Да, 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 да. Вы это начали применять сложно. Муравьиную растирку. Я что не могла спать. У меня ночные боли очень серьезные были. Это не спишь, встаешь утром разбитая, нога не двигается, прихрамывать я начала, это ужасно. Я начала пользоваться муравьиной растиркой. Вот ты натираешь коленку или любое другое место, которое у тебя болит, и через 5 минут... Есть какое-то жжение, покраснение? Ничего, вот, пожалуйста, смотрите, ни жжение, ни покраснение. Слушай, ну она еще приятно пахнет. То есть растерла, и как будто через 5 минут у тебя муравьи побежали ну, по коже. Побежали? Вот такое впечатление, что они тебя покусывают. А вы когда-то пользовались самими муравьями, вы ложились в них? Нет, ну я представляю, что муравей он кусает, конечно. Вас не кусали? Я не помню. Это больно, я вам скажу. Он покусывает, и боль уходит. Ты уходит буквально 5-7 минут, засыпаешь как младенец. Сергей, но, так, да. Но что? Или? Но дело в том, что это снятие боли, это не лечение. Я это понимаю. Да. Так. Для того, чтобы вылечить себя, я применяла еще и нафталан, наш нафталанский бальзам. И вот посмотрите, вот шишка, видите, была шишечка? Видите, какой палец? Все постепенно встает на место. Вот я показываю пальцы, кто страдает этим, здесь знает. Есть, давайте вот покрупнее посмотрим, вот так надо на камеру показать. Видите, это называется деформация, ревматоидная деформация пальца. Можно вот так показать. Видите как? Вот здесь вот он такой искривленный, вот такой палец. Да, вот здесь такое увеличение. Действительно, друзья мои, вот эта деформация на ногах, на руках, деформация в коленных суставах, тазобедренных, это все приводит к артриту. И вот самое главное, что мы пьем при артрите, это нестероидная противовоспалительная, который реально убивает наш желудок. Сергей. Наша вот эта муравьиная растирка, вы наносите ее один раз, и через 5 минут боль проходит, и дальше всю ночь вы спите без боли. То есть без таблеток, без лекарств. На полгода вы гарантируете себе жизнь без боли. Друзья мои, ну какой есть, например, вариант, да? Вариант, например, вам дают нестероидные противовоспалительные. Ну, посмотрите, я взял тут, купил в магазине 30 порошков. Всем известный препарат. Я его заклеил специально, чтобы не было названия. Ну, все знают, кто этот препарат. Покажите вот мне его, да?
Здесь 30 порошков на 15 дней применения. По одному порошку два раза в день. Посмотрите, сколько стоит. 843 рубля на 15 дней. У меня бабушка такие порошочки пьет. На 15 дней, друзья мои, на 15. А наша растирка, которой 4 штуки на полгода, за 1290 рублей жизни без боли. Вы представляете, кажется это невероятным, но это правда, это так. Когда вы получите посылку, берите, хватайте муравьиную растирку, растираете, берете, растираете, это абсолютно прозрачная жидкость. Вот посмотрите, да? То есть здесь, вот здесь нет раздражения, кожа даже не покраснеет. Растерли, через 5 минут боль у вас прошла. Вот смотрите, я вам покажу. Даже я вам на руку сейчас нанесу, никакого покраснения, никакого раздражения. Через 5 минут боль прошла, и на полгода вы дальше живете без боли. И это гарантированный результат. А есть какие-то противопоказания или всем действительно поможет? Абсолютно всем. Самое главное, чтобы не было царапин, повреждений. Все-таки это муравьиная кислота, она достаточно такая активная. Но посмотрите, вот я нанес себе на руку, никакого покраснения. Но такое ощущение, уже сейчас побежали муравьи, и если бы болела у меня кисть, так, она бы прошла. Но я правильно понимаю, что мы можем порекомендовать сегодня тем людям, которым уже больно ходить, больно по лестнице подниматься? Артрозы, артриты, остеохондроз. Можно я к вам подойду? Посмотрите, друзья мои, вот посмотрите, если у вас есть такая проблема, можно голову вашу наклонить, что есть такая шишка. Опа, а у вас тут начальное проявление шейного остеохондроза, между прочим. Вот покажите, друзья мои, наклоните прям голову пониже. Вот здесь у нас провод микрофон. Вот, видите, шишка? Вот ее здесь такое быть не должно. Здесь шейный остеохондроз, друзья мои. И здесь проходит базилярная артерия, которая головоснабжает наш головной босс. Если у вас будет сильно болеть голова, вы тебя шлебообразной боли, сзади вас так накрывают, берете, растираете здесь вот этот шейный отдел позвоночника, через 5 минут у вас пройдут головные боли, и у вас не будет ничего беспокоить. Допустим, вам защемило спину. Знаете, как это бывает? Радикулит. Вы наклонились, не можете разогнуться, выходите еле-еле, вам назначают уколы в попу, в ягодицу, и вы не можете ходить. Вы наносите муравьиную кислоту, через 5 минут все проходит. Слушайте, почему меня... это такое происходит? Так. Смотрите, у меня есть очень хороший эксперимент. Дело в том, что наши хрящи в молодости гладкие, но потом они стираются, и если есть травма, если есть лишний вес, вот получаются такие трещины. Что делает муравьиная растирка? Она начинает, сначала обезболивает вот это все, снимает боль и воспаление, то, что самое главное в медицине, чтобы вы жили без боли. Но потом, как сказала Эльвира Николаевна, мы берем нашу нафталанскую нефть, ну, покажите вот ее, она тоже, мы можем посмотреть, она есть в наличии, можете посмотреть на сайте Shop&Show, и вот если муравей обезболивает, то нафталан уже лечит ваши суставы. И буквально вы нанесли муравья, прошло 10 минут, наносите нафталанскую растирку, ложитесь спать, и вы встаете совсем другим человеком. Как будто ваши хрящи, суставы реально смазали. Ну что же, давайте сегодня смажем все свои суставы, все свои хрящи, где ломит, где зажимает. Порой бывает, что сломали ногу, потом нога ноет с вами у нас, да, от погоды или еще от каких-то моментов. В этом всем вам поможет муравьиная растирка. Это самая сильнейшая кислота, которая способна убрать любую, самую жесточайшую боль в вашем суставе. Мы не говорим, что это вылечит ваш сустав. Мы говорим о том, что это хорошая профилактика для ваших суставов. Это хорошее натуральное обезболивание. Без таблеток, без уколов.